С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 12 января. В России отмечается День работника прокуратуры. Именно в этот день, в 1722 году, Петр I учредил органы прокуратуры в России. Первым же генеральным прокурором России был Павел Иванович Ягужинский. Фамилия весьма известная в империи. У родившихся в этот день, 1628 год, Шарль Перро появляется на свет. Французский поэт, критик, сказочник, создатель образов Золушки, спящей красавицы, мальчика с пальчика, кота в сапогах. Был он всего-навсего адвокатом в Париже, служил в налоговом ведомстве, а запомнился как великий детский писатель. 1848 год. Василий Суриков, классик русской живописи, приходит в этот мир. Его картины, к примеру, «Утро стрелецкой казни» и «Переход Суворова через Альпы», «Боярыня Морозова», «Стенька Разин» стали хрестоматийными. 1876 год. Рождается Джек Лондон. Настоящее имя Джон Гриффит. Американский писатель. Автор известных социальных и приключенческих произведений о несгибаемости человеческого духа и любви к самой жизни. 1903 год. Родился Игорь Васильевич Курчатов, физик, академик, научный руководитель советской атомной программы, трижды герой социалистического труда. Под его руководством создаются атомные и термоядерные бомбы, сооружена первая в мире атомная электростанция. 1906 год. Рождается писатель Даниил Хармс, а в 1936 Раймонд Паулс, латышский композитор. 1938 год. Даже трудно себе представить, что так давно появился на свет Адриано Челентано, популярный итальянский певец и киноактер. В мое время каждый второй парень мечтал быть похожим на этого совершенно неординарного человека. Ну, конечно же, благодаря прежде всего фильмам и этому голосу. У нас любят такой с хрипотцой. 1967 год рождается Рената Литвинова, актриса, режиссер, сценарист, заслуженная артистка России. Необычная фигура на творческом небосклоне страны. Как-то она заявила: «Я много работала и не хотела работать меньше или вообще не работать. Много видела таких женщин на хозяйстве. Мне так невозможно. Да и вообще, мне кажется, должна быть у женщины и материальная независимость, и ощущение того, что она что-то из себя представляет». Конец цитаты. Ну а теперь о некоторых событиях дня. 1682 год, 12 января. Указ Боярской думы об отмене местничества, то есть системы распределения государственных постов по степени знатности. Публичное сожжение разрядных книг. Практически проявление демократии, хоть и не без запаха гари. В эти дни, в 1921 году, русский революционер-марксист, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, Ленин Владимир Ильич, зимой приезжает на охоту в окрестности Люберецкого завода сельскохозяйственных машин. Тогда это был Люберецкий уезд Московской губернии. Как прошла охота, доподлинно неизвестно, но свой след в истории городского округа Люберцы Владимир Ильич оставил. Как, собственно говоря, и во всей стране. 1989 год. В Советском Союзе всесоюзная перепись населения. Всего в стране насчитывают 285 миллионов 742 тысячи 511 человек. Впервые в этот день, в 1899 году, торжественно открывается телефонная связь между Петербургом и Москвой. Есть и открытие в этот день. 12 января 1938 год. Немецкий археолог Вильгельм Кеник при раскопках под Багдадом обнаруживает предмет, который оказывается древнейшей батареей из гальванических элементов. За 2000 лет до изобретения вольта и гальвани ими вовсю пользовались жители Востока. Древние батареи представляли из себя медные цилиндры с стальными сердечниками. Они были скреплены между собой с помощью свинца и олова, сплавленных в пропорции, которые часто применяется и сейчас. Рекорд дня. 1910 год. Юная пара из Китая становится самыми молодыми родителями в истории. Отцу 9 лет, матери 8. Без комментариев. 2001 год. США. Из Манхэттена в Аризону отправлена самая дорогая в мире посылка. В ней находилась шведская трехшиллинговая марка
1857 года, за которую владелец выложил 2 миллиона 300 тысяч долларов. Уникальность марки в том, что она покрашена вместо привычного желтого в зеленый цвет. Ну а отправка бандероли обошлась всего лишь 1736 долларов и 75 центов. Ну и последнее. Россия 1768. По указу Екатерины II появились бумажные деньги. На них меняли в специально открытых ассигнационных банках медные и серебряные монеты. Банкноты нужны были хотя бы из соображений гуманности. 100 рублей медными монетами весили около 6 пудов. Поначалу все купюры были белого цвета, но очень скоро появились фальшивки, и пришлось печатать ассигнации на специальной бумаге, причем разного цвета. 100-рублевые с изображением императрицы тут же нарекли «катеньками». Ну а сегодня мы еще не успели расстаться с бумажными денежками, как нас пытаются подсадить на электронные. И даже как-то грустновато становится, что порой мы лишаемся этого трепета заработанной платы, когда можно пощупать свои родные деревянные. А эта банковская карта всегда какая-то холодная и склонна теряться и блокироваться. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».